А Михайло Олександровичу, скажіть, будь ласка, ну журналісти вже переконалися. Хочу, щоб ми зараз ще раз подивилися, і ви розповіли, що власне за цей трошки більше ніж місяць було зроблено в нашому депо перед тим, як трамваї вийшли на наші колії. Тобто, ну прежде всего. Мы произвели так называемый там косметический ремонт, где-то были вынуждены заменить лакокрасочное покрытие, провели весь технологический его осмотр. Из того, что мы в салоне, единственное, что мы заменили обычные лампы на LED-освещение изнутри. Также мы провели капитальный ремонт колесных пар, поскольку у нас порядка 15 сантиметров колея, которая на территории бывшего Советского Союза отличается от немецкой. Мы провели эту модернизацию, и в настоящий момент эти трамваи передвигаются и будут передвигаться, я думаю, радовать горожан еще как минимум до следующего капитального ремонта, там порядка там, 12-15 лет. Чи правда, що жодної заміни крісел, оббивки на цих кріслах, скла, нічого такого не було проведено? Чи правда, що в кабінці водія навіть є кондиціонер, що крісло водія навіть підлаштовується під його зріст? Так, к сожалению, все работает, к сожалению, кондиционера в салоне для пассажиров на сегодняшний день нет. Я сегодня дал поручение начальнику директора КП «Электротранспорт» рассмотреть возможность, сколько технически возможно дополнительно установить кондиционера в существующие трамваи, чтобы при следующей модернизации мы это делали. К салону, в полном смысле слова, мы не прикасались вообще, там даже еще осталась там немецкая реклама какого-то банка, то есть все, что мы сделали с салоном, это я сказал, мы меняли LED-освещение и помыли полы. Все. Как думаете, долго сбережутся в такой же якости эти вагоны? Посмотрим. До городян. Я прошу, давайте все разом звернемося. Нет, это не имеет никакого значения. Все равно я все ж таки вірю, що ми будемо бережно ставитися до того, що фактично оновлене. Таке, як сьогодні курсує в Лейпцигу, їздить до вулиці Криворізької від залізничного вокзалу. Загалом місто планує скільки таких трамваїв закупити? Іменно, тобто ми плануємо піти двома. У нас есть два направления. Первое. Однозначно городу необходимо приобретать трамваи абсолютно новые, как у нас говорят, нулячие трамваи. Но в любом случае новые трамваи мы будем приобретать и устанавливать, запускать их только на те участки, где мы сможем полностью 100% заменить трамвайный путь. Скорее всего, это будет маршрут номер один и маршрут номер 19, который у нас идет с Левобережного 3 на площадь Старомостовую. После того, как мы полностью заменим, там ремонтировать нечего, путь ремонтировать бессмысленно. Его надо полностью весь демонтировать и укладывать новый, там нечего ремонтировать. И вот только после этого, когда мы заменим весь трамвайный путь, только после этого мы сможем поставить туда новые трамваи, абсолютно новые. Да, они дорогие. Да, один трамвай будет стоить, обходиться городу где-то порядка 1 миллиона, там, 200 тысяч евро, возможно, чуть меньше. Но это будет не завтра. Это будет не завтра, то есть, ну, я думаю, начиная со следующего года мы уже приступим к реконструкции пути. Сейчас мы заказываем проектно-сметную документацию. Я вам скажу так, это ультрадорогое удовольствие. То есть просто один километр трамвайного пути, просто заменить километр трамвайного пути, стоит 16 миллионов гривен. Михаил, у нас в городе 240 километров пути, посчитайте. Это 7 миллиардов гривен. Это два бюджета Департамента благоустройства и инфраструктуры за два года. То есть нам надо не делать дороги, не ремонтировать жилье, ничего не делать, а только потратить деньги. Поэтому в любом случае эти средства будут кредитные однозначно. Город на сегодняшний день одновременно не может себе позволить провести такие ремонты, но путь в любом случае надо менять. Михаил Олександрович, я до чего вела? Я вела до того, что в Лейпцигу планируют заменить оновити свій транспортний склад. Чи можемо ми ще 60 трамваїв Лейпцига забрати, щоб замінити ті, які у нас уже давно завершили термін експлуатації? Я думаю, 60, ні, скоріше всього, це буде 80. 80 ще заберемо. Тобто, так, я планую забрати, що там в течение 2020-2021 року, остальні 80 єдиниць. Тим більше, по той стоїмості, яка нам їх реалізовують, опять же, з учитом того, що нам зробили від предыдущої стоїмості скидку, 5000 євро, я думаю, ми где-то ще там на 5000, ще где-то там на пару тисяч гривен, ми їх, пару тисяч євро, прошу прощення, ми їх ще придушимо. Скажіть, будь ласка, тролейбуси цього року скільки планували і скільки купимо? Планували 44, купимо 44. Так і цього року всі 44 придбаємо? В цьому році обов'язково, звісно. Із них 12 – це будуть тролейбуси з автономним запасом ходу, які будуть курсувати від жилмасиву Побєда з переулка Добровольців на Придніпровськ. Обов'язково, в будь-якому випадку.